Веселый лай сотен собак, забавы, игры, показательные выступления. На ипподроме в Руэме уже в шестой раз прошла собакиада «Ёшкин пес 2023». Фестиваль четвероногих друзей в этом году собрал небывалое количество гостей. Самих хозяев, их питомцев, а также кинологов, заводчиков и просто любителей пушистых, лохматых и самых верных братьев наших меньших. Яркие эпизоды собачьего праздника в следующем материале. В городе очень много лабрадоров. И разных окрасок. Бигли, терьеры, овчарки, шпицы, таксы, хаски и даже борзы. Настоящий собачий цветник. Все такие разные, такие умные и симпатичные. В этом году собакиада Вишкрале собрал около сотни собак и их владельцев из Мариэл, Татарстана, Чувашии и других регионов. Мероприятие получило, можно сказать, от нас статус расширенного. Выглядит как кинологический фестиваль, потому что будет очень много представлено видов кинологического спорта. Фестиваль был поддержан фондом президентских грантов, ведь его главная задача не просто соревнование, а популяризация ответственного собаководства. Заводя себе пушистого друга, хозяева должны понимать, что от них требуется не только прямая забота, но и правильное воспитание питомца. Этому и не только можно было поучиться на мастер-классах по дрессуре. И, конечно, проверить способности своей собаки на состязаниях. Хозяину подальше закинуть палку или мячик, а питомцу поскорее ее вернуть. В турнире по апортировке, чтобы набрать большее количество баллов за расстояние и время, людям и собакам нужно было стать настоящими партнерами. Впрочем, это правило применимо было везде. Собаку голосом нельзя, ни при старте, ни на трассе. А это забеги на скорость за механической приманкой. С виду строгое испытание, но на самом деле любимая игра многих четвероногих. Особенно тут хороши представители охотничьих пород. А это испытание потребовало особенной выдержки ушастых участников и, конечно, взволновало их владельцев. Собакам нужно было пройти необычную полосу препятствий, даже правильнее сказать, полосу соблазнов, как можно быстрее на подзыв хозяина добежать до финиша, не обращая при этом никакого внимания на разложенные вкусняшки и любимые игрушки. Насколько он доверяет своему владельцу, хозяину? Собаки, которые всегда должны быть на высоте, это те сильные красавцы, что работают в органах. Безупречную работу своих четвероногих воспитанников и напарников на фестивале продемонстрировали полицейские кинологи. Он нашел фигуранта, он не кусает его, он просто его облаивает, что вот он здесь. В деле задержания преступников ошибок быть не может. Тут собаки должны четко выполнять все команды своего наставника – обнаружить, охранять, задержать. От такого стража порядка точно убежать будет невозможно. Какие вы красивые! А, это Чебурашка! Главное, чтоб костюмчик сидел. Одним из самых впечатляющих и точно самым милым стал показ мод от хозяев и их питомцев. И тут можно было позавидовать фантазии участников собакиады. От шапокляка Чебурашки до пиратов и бойцов спецназа. Колоритное собрание образов. Особенно покорил зрителей дуэт юного собаковода Владимира и шпица по кличке Ози. Эта пара в одинаковых образах Элвиса Пресли стала, пожалуй, изюминкой костюмированного дефиле. По итогам сложных и в то же время очень веселых состязаний лучших из лучших наградили призами. Хозяев кубками, наградами, а хвостатых спортсменов – вкусными лакомствами. Однако, как признались участники собакиады, в этих соревнованиях классика жанра «Участие дороже победы» – это абсолютная правда. Огромный позитив от общения с четвероногими друзьями, подарки, новые знакомства и новые знания. Хороший итог события, которое с нетерпением многие собаководы будут ждать снова.